Я как-то готовился к этой дате, 5 февраля, думаю, тут что-то найду, что-то сделаю. Но вот если бы это раньше было бы, то есть не так долго было бы ждать, скорее всего, что-то бы я сделал. Как правило, что-то там забывается, какие-то проблемы, то есть все 5-10. И вот время уже 10 час, и только будем говорить, вспомнилось, что надо ж лунный календарь сделать, надо ж что-то сказать про... про Новый год по восточному календарю. Ну вы, кто этим делом интересуется, знает, что там год свиньи, знает, что там какая-то там энергия воды и прочее. Я скажу вам то, что особо не говорится. А именно, вот смотрите, Новый год по восточному календарю — это особая дата, когда включается в работу энергии, делающие пространство. Вы понимаете разницу? То есть с 5 февраля будут активны первые 72 дня. Это первый элемент, ну по-восточному первый элемент дерева. Только он еще по-другому называется, я уже так. Далее, 18 дней будет активен первый элемент земля. Через землю энергия уходит на первый элемент огонь. 72 дня будет огонь. Далее энергия уходит, опять-таки, через первый элемент земля, она пойдет на металл 72 дня. Обратно через 18 дней земли пойдет на первый элемент дерева, и на этом год закончится. То есть это цикл, годовой цикл движения энергии. Это важно понимать. Вообще-то эта дата и ближайшие примерно там, ну пускай где-то дней 10-15, дают такой хороший импульс для вот всего нового в этом цикле. Поэтому сейчас можно будет строить планы, что-то там делать на год. На год. Значит, в ближайшее время, в ближайшие 72 дня у нас будет активно функция печени и желчного пузыря. Наиболее благоприятное время для ее оздоровления и различных процедур, связанных с ней. Это надо знать и использовать. Что касается долговременной, так сказать, перспективы, так как этот год последний в 60-летнем цикле, то, будем говорить, надо как-то заканчивают какие-то там большие проекты, которые были там начаты давно, там, допустим, грубо говоря, чуть ли не 60 лет назад все это дело начиналось, то сейчас надо это все дело как бы заканчивать. Да и вообще пусть там 10 лет, 5 лет назад, да хотя бы тот же год назад. Вот кроме что вы за год хотите сделать, и к концу года надо все это дело закончить. Вот, и последующий год пойдет опять-таки вот деревянная крыса. То есть начнется новый 60-летний цикл. И вот те люди, которые что-то думают на будущее, хотят что-то такое сделать на перспективу, те дела, которые потребуют довольно-таки большого времени, лучшее время это будет 20-й год, когда начнется год крысы. Вот что я вам хотел сказать. Первые лунные сутки, маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Вообще еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во всем.
Вторые лунные сутки. Интересно отметить действие лунных суток на человека. То, что ранее расширяла приливная волна, идет на спад, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия Луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать.